Мы шестой раз проводим такого уровня соревнования, но на этот раз по количеству стран, по количеству участников, по количеству по длине трассы превышает все предыдущие соревнования. Сегодня после результатов налога будет данная установка мест на завтрашнем старте первого скоростного участка. And today, the results of this introductory part of the track, we will know the order of the teams and pilots, how they will start tomorrow. And tomorrow, the total race, which amounts up to 500 various vehicles, will go towards east to ancient Beijing through Kazakhstan. Максимально готовы ко всему, все команды, все пилоты и, конечно же, техника. Yeah, and I can say that on the off-road, on the cross-country races, the first secret is not stopping. So to avoid any problems and try to every day have a clean stage, and that's good, the best strategy. That's always. И самая лучшая стратегия в гонках по бездорожью – это не останавливаться, проходить участки без остановок и затем все тщательно проверять и двигаться дальше. Yeah, so finally from the start yesterday, the real start from the Red Square in Moscow, the real sporting race is starting today, with this stage of 2 kilometers, where you can lose a lot, but not winning a match. Ну и здесь действительно настоящая гонка, настоящая борьба развернется сегодня в Казани на этом 2-километровом участке. И это, несмотря на то, что участок 2-километровый, здесь вряд ли можно много выиграть, но здесь можно очень много потерять.